Братья и сестры, президент Монсон обратился ко мне с просьбой представить вам представителей высшей власти церкви, региональных представителей кворумов 70 и генеральное президентство вспомогательных организаций церкви для вашей поддержки голосованием. Предлагается, чтобы мы поддержали Томаса Спенсера Монсона как пророка, провидца и носителя откровений, и президента церкви Иисуса Христа святых последних дней, Генри Бениона Айлинга, как первого советника в первом президентстве, и Дитера Фридриха Ухдорфа, как второго советника в первом президентстве. Кто за, прошу показать это. Те, кто против, если таковые есть, могут выразить это. Голосование принято к сведению. Предлагается, чтобы мы поддержали Рассела Нелсона в качестве президента кворума 12 апостолов и следующих лиц в качестве членов этого кворума. Robert D. Hales, Jeffrey R. Hond, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, and as new members of the Quorum of the Twelve, как новых членов кворума 12 апостолов, Gary E. Stevenson and Dale G. Renlund. Those in favor, please signify. Те, кто за, пожалуйста, покажите это, подняв руку. Те, кто против, могут показать это тем же знаком. Голосование принято к сведению. Предлагается, чтобы мы поддержали советников в первом президентстве и кворум 12 апостолов как пророков, провидцев и носителей откровений. Всех, кто за, прошу показать это. Кто против, если таковые есть, прошу показать это тем же знаком. Голосование принято к сведению. Предлагается, чтобы мы с почетом освободили от обязанностей старейшина Дона Кларка в качестве члена первого кворума 70, а также старейшину Коучи Айоги и старейшину Брюса Карсона в качестве членов второго кворума 70 и назначили их почетными представителями высшей власти церкви. Желающие присоединиться к нам в выражении благодарности за их замечательное служение, покажите это. Мы также освобождаем от призвания Сергея Ковалева, служившего в качестве регионального представителя кворума 70. Желающие присоединиться к нам в выражении признательности за его служение, покажите это. В настоящий момент мы также освобождаем от призвания брата Джона Теннера, служившего в качестве первого советника в Генеральном президентстве Воскресной школы, и брата Девина Дюранта, служившего в качестве второго советника в Генеральном президентстве Воскресной школы. Как было объявлено ранее, брат Теннер был назначен в качестве нового президента УБЯ Гавайи. Желающие присоединиться к нам в выражении благодарности этим братьям за их служение и преданность, пожалуйста, покажите это. Брат Девин Дюрант теперь призван служить в качестве первого советника в Генеральном президентстве Воскресной школы, и брат Брайан Эштон в качестве второго советника в Генеральном президентстве Воскресной школы. Все, кто за, прошу показать это. Кто против, если таковые есть? Предлагается, чтобы мы поддержали других представителей высшей власти, региональных представителей кворумов 70 и Генеральное президентство вспомогательных организаций по состоянию в настоящее время. Всех, кто за, прошу показать это. Кто против, если таковые есть? Голосование принято к сведению. Мы предлагаем тем, кто, возможно, проголосовал против каких-либо предложений, обратиться к своему президенту Кола. Братья и сестры, мы признательны за вашу веру и молитвы о руководителях церкви. Теперь мы просим новых членов кворума 12 апостолов занять свои места в президиуме. У них будет возможность выступить перед нами завтра утром.